каком тайме тебя заменили? Считаешь ли ты, что эта замена повлияла на исход матча? Хороший вопрос. Ну, если забили, так получилось со счет 1-1, я думаю, значит, все правильно сделали. Самое главное, чтобы для команды была польза. Если так получилось, то я только рад за это. Вы находились, ну, на равных строчках, в принципе, в турнирной таблице. Как ты считаешь, это битва равных команд или все же где-то Ворскла сильнее было? Да, я считаю, что Ворскла, что Десна достойны высоких мест, поэтому две команды, которые плюс-минус, можно сказать, равны. Все борются, что Ворскла, что Десна борются за попадание в Еврокубки, поэтому да, получился такой матч, который действительно показывает, что борьба присутствует, но все-таки будет решаться матч уже четвертый. А с какими эмоциями домой уезжаете? Ну, эмоции, не скажу, что прям положительные, потому что все равно настраиваемся на следующую игру, потому что она будет решать, кто займет пятое место в зоне Еврокубка. Поэтому расслабляться нельзя и прям там эмоции какие-то показывать. Поэтому я думаю, через 4 дня будет эта игра, после этого уже можно о каких-то эмоциях говорить. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.